Глуши! А? Глуши, говорю! Время видел? После обеда. Вы куда? Обедать! Здорово. Дюшка, куда вы так торопитесь? Блин, хороша. Я же с ней познакомился. Не пойдет? Да ты ладно. Для меня птица низкого полета. Спорим? Давай. Эй! Если ты ее еще хотя бы раз тронешь, я тебя урою, ты понял? Руки убери. Ты услышал меня? Руки, я сказал, убери. Че, а? А ну, хорош, хорош, Саня, ты чего? Сдурел, так опы! Хорош, я тебе сказал! Козёл! Ну, козёлся ещё, попробуй! Пошли! Потом с ней разберёмся. Маш, я тут. Твой сын с парнем каким-то подрался. Что? Где? Около столовой. Да ты не переживай так. Всего пару раз помахали руками. Степан их остановил. Да как же не переживай, мало ли что. Не переживай. Степана, пожалуйста. Степа, что там с Сашей? Да я знаю, что подрались. Я спрашиваю тебя, что с ним? Что? Медпункт? Господи. Медпункт. 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 Что, больно? Нет. Потерпи сейчас. Щекотно. Ну что, жить-то буду? Будешь? Хорошо. Где ты так подрался? Ну, я, короче, отшел, поскользнулся, упал, очнулся, а тут ангел рядом со мной. Саш, с такими видениями тебе нужно к травматологу. А лучше сразу к психотерапевту. Знаешь, я больше сам не дойду, может, проводишь меня после работы сегодня? Угу. Вот и все. Саша, пожалуйста, будь аккуратнее. Ну, я теперь обязан тебя отводить куда-нибудь, понимаешь? Саша! Саша! Ты что? Ты что? Ты опять подрался? Что болит? Где болит? Да у него просто небольшая ссадина под губой, и все. Раньше сказал, нормально, до свадьбы заживет, аж не переживай. Спасибо, Оксаночка. Угу. Ну, как так можно? Ну, ты что, маленький? Чем ты думаешь? Мам, нормально все? Нормально. Ну-ка, пойдем. Пойдем, я тебе сказала. Оксана, спасибо вам большое. До спасибо, свидания. Оксана. До свидания. Спасибо. Иди давай. До свидания. Здравствуйте. Что-то Савчук нам зачастил. Не по твоей или вине? Да у Саши просто характер сложен. Чуть что, сразу в драку. Я тут ни при чем. Понятно. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты полез в эту драку? Да еще и на территории завода. Я не понимаю, почему ты не думаешь ни о себе, ни о нас. У меня вон за спиной уже. Вот. Шушукаются. Говорят, что я плохо тебя воспитываю. Ну, может, тогда хватит меня воспитывать и следить за мной за каждым шагом. Зачем ты вообще в медпункт прибежала? Я не понимаю, мам. Как зачем? Я за тебя беспокоюсь. Мам, слушай, я уже не маленький мальчик. Все, опекать меня хватит уже, ладно? Для меня ты всегда будешь маленьким мальчиком. Я всегда буду тебя опекать. Почему за Пашкой не следите? У него, между прочим, опасная работа. Следите за ним. Я за Пашку тоже очень переживаю. Но просто он там, а ты...
Ты все время перед глазами. Может, мне тогда уволиться, и всем легче станет? Мам, ты чего? Ничего. Мам. Тихо. Сейчас все пройдет. Сейчас. Может, медпункт пока рядом сейчас. Сейчас пройдет. Ну, прости. Ну, прости, ладно. Все нормально, прости. Все хорошо. Давай, там, на окошечко присядь, на секундочку. Ух, прошло все. Сань, тебя Прокопенко к себе вызывал. Воспитывать будет опять. А ты слушай да побалкивай. Да мне все равно, если хочет, пусть увольняет. На заводе ловить все равно больше нечего. А как же отец с матерью, они же против будут. Переживут как-нибудь. Ладно, он у себя что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Да, сейчас. Так. Да, заходите. Здрасте. Здрасте. Ты что, забыл, где ты находишься, а? Ты на ринге там кулаками махай. Еще раз такое повторится, все, увольняю к чертям собачьим. Я ж не просто за справедливость как-никак все-таки. Вот ты за справедливость хочешь? Да иди в суд, а тут завод. Я это твои проделки глаза закрываю, потому что у тебя отец герой труда и передовик производства. И что думаешь, ты будешь примером для всех остальных? А нет. Зря в народе говорят, что яблоко от лошади недалеко падает. Если от яблок. Ты еще, я вижу, фрукт тот, которого в нашей бригаде еще не было. Никакой не фрукт. А вот раз ты не фрукт, то понимание должен иметь. Разум. Короче говоря, иди работай. И последний шанс тебе даю. Сам уйду. Только пока не знаю, куда. Ты там, может, с Вадиком поговори. Он уже год как в кооперативе с Игорьком вместе. Вроде не жалуется, нравится. Слушай, на самом деле, надо поговорить. А Радакам что скажешь? Да, не знаю пока. Ладно. Ну что, ты домой с нами или в качалку? Да не, мы сегодня с пацанами сидим, немножко пивка попьем. Только не пей много. Ладно, мам. Маш, ты это смотри. Пап, я понял. Я голодный. Сейчас надо зайти купить что-нибудь, у нас пусто. Вот чем я тебя буду кормить? Картохи нажарим, баночку помидорчиков откроем. Да. Домой? Да. Слушай, может, в видеосалон сходим? Там сегодня фильм хороший. Пойдем. Про что кино-то? Про любовь, конечно, про что. Сардельки заканчиваются. За сардельками больше не занимать. Да где ты стоял? Видите, вы тут не стоите. Да не торгайся, убьете. Боже мой, господи. Кошмар какой. Вот так вот, мать, в магазин-то ходить. Послушай, Степа, давай-ка мы с тобой на выходные в деревню съездим. И, не знаю, кролика там купим, что ли? Давай, ну, чё.
Пашку попросим, он отвезет. Ну, кролика не знаю, но курицу-то точно купим. Курочку? Да, картошки, капустки. Картошки, капустки, все. Да. Да. Хорошо, мам. А я не понял, а без меня никак? Куда? Я понял. Хорошо, отвезу. Отвезу. Мама, это... у меня работа. Здорово, Орлы. Срочно летите на Вишневского, там по ножовщине. Подробные отчеты у меня утром на столе. Пошустрее, соколы! Тело молодого человека обнаружено ориентировочно 19:42. Так. По предварительным данным, смерть наступила от удара ножом в сердце. Свидетели есть? Да, идет предварительный опрос. Очень хорошо, Слава, займите. Есть. Судя по одежде жертвы, это фарцовщик. И по обыску документов не найдено. А где само тело-то? Вот тут. А. Ну чего, как кино? Очень понравилось. Спасибо. Только и понять не могу, почему главный герой в конце становится отшельником. Ну зачем ему это? Ну ты чего, у него уже, как сказать, у него была безответная любовь. И он решил поэтому остаться один, чтобы, не знаю, ну хранить верность вот этой своей единственной женщине всю жизнь. Чего ты смеешься? Просто очень смешно рассказываешь, извини. Я не думала, что ты такой романтичный. Да, я такой романтичный. А тебе какие парни нравятся? Сильные, мужественные. Почему всем девчонкам всегда мечтаются рыцари и принцы? Не знаю. Наверное, потому что в детстве читали много сказок. Ну а как же мы, самые обычные пацаны, нас-то куда девать? Окса! Интересно. Интересно. Вытирал руки. А чем какие-то мокрые? О, Санечка, это ты? Нет, мама, это я. Давай, руки мой и кушать садись. Санька, наверное, поздно придет. Он с ребятами пиво пить пошел. Есть, Митруки. А вот и не угадали. Чего не угадали? Ничего не угадали. Вообще ничего. У Саньки-то у нашего теперь. Садись. Спасибо. Другой интерес. О, спасибо. Какой интерес?
С девушкой нас Санек встречается. С девушкой? С какой девушкой? Не знаю. С красивой, наверное. Темно было. Ты нормально можешь объяснить, что за девушка? Да я же говорю, темно было. Не видно ничего. Скоро его не ждите. Ха. Видишь, мать, как бывает. Младший старшего обскакал. А ты когда женишься, когда уже нам с матерью внуков подаришь? Ну вот, опять 25. Отец, у меня работа какая? Какая? Опасная. Ну, не всякое пойдет за меня. Да ну перестань, ну, перестань. Сынок, работа работай, а жизнь жизнью. Значит, это судьба. Какая судьба? Пока будешь собираться, всех невест хороших расхватают. Отец, и опять же, это судьба. Откуда сардельки-то, мам? Нет. Ты чего, мама? Ничего, сейчас пройдет. А ну стой! Стой, сказал! Давай, давай. Быстрее. Еще вас правильничек осмотрю. Да, только сейчас так. А раньше это был чудесный район. Могу тебя провожать каждый вечер. Если ты не прочь, конечно. Саш, не нужно. Спасибо за кино, я пойду тогда. Да ладно, не за что. Что, завтра увидимся? Только не мутфуйте, хватит этих ссадин, ран. Уж как пойдет, не знаю. Дай хоть провожу тебя до подъезда, что ли. Хорошо. Спасибо. А что ты так поздно сегодня? Да, я прогулялся немножко. Перед сном погода хорошая. Слышь, папаша говорил, что видел тебя с девушкой. Уже выведали все, да? Откуда он узнал-то? Увидел случайно. А девушка у нас кто? Ну, там одна девчонка хорошая. Ну, ну, расскажи. Ну, потом, да. Ну, потом, да. Ну, потом, ладно, потом так. Покушать пойдем? Mm-hmm. Нет? Ну, иди спи. Потом. Иди. Спокойной ночи. Все, пока. Пока. Ну, колись. Кто такая? Отстань, а? Откуда хотя бы скажи? С работы знакомая. Ясно. Хорошая? Да. Понятно. Познакомишь? Нет. А то понравится, еще уведешь мне. Я? У тебя? Ты за кого меня принимаешь? У родного брата девушку везти. С ума сошел. Да он их сколько стебелями ходит, косяками плавают. Выбирай любую. Эх. Ну вот выбирай любую. Я жду ту единственную, неповторимую, чтоб раз и на всю жизнь. Ну, жди. Всю жизнь прождешь. Ну, значит, судьба у меня такая. Паш, знаешь ты кто? Кто? Потом скажу. Ладно, спи давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Стёп. О. Пацаны-то наши какие большие стали, а? Помнишь, совсем недавно мы им коленки зеленкой мазали. А теперь гляди, дядьки какие здоровые. Не говори, мать. Скоро женятся. Из дому уйдут. Ну да, или сюда невест приведут. Интересно, какие они будут эти невесты? М? Да какая тебе разница? Лишь бы любили друг друга, как мы. Давай спать. Гаспар де Калиньи.
слышал этот разговор и заметил, как обрадовался Габриэль. Че, вчера опять на стрелку ездил? Да, было дело. Понятно. Здорово, спортсмены. Здорово. Привет. Здорово. Ну что, как успехи? Растет как на дрожжах. Сейчас отгонит тебя будут. Здорово, парни. Повать, здорово. Привет. Физкульт, привет. Привет. Слушай, разговор есть. Ну вот дверь в квартиру хочешь? Не. У вас как вообще там в кооперативе с кадрами? Нормально. Устроиться можно? Ты сам хочешь? А что случилось? У тебя проблемы какие-то? Не, нормально все. Просто на заводе тухляк, что ловить нечего, валить надо. Ну, конечно, давай к нам. Можем сегодня с хозяином поговорить. Круто. Слушай, мы чем раньше ты будешь, спасибо тебе. Только давайте после тренировки, а я что, зря сюда приперся? Хорош бицепс качать, давай удары отрабатывай. Хочу быть как этот, как Шварценеггер. Может, еще в кино пойдешь сниматься? А может, пойду. Чутик. Здорово, парни. Здорово. Так а что делать, а? Давай. Становись, пошел. Прямой. О, вот и первый снег. Самое время за картошкой ехать. Вот, мать, вырастили двух оболтусов, не могут помочь родителям картошку привезти. Вот так вот. Хотя сам первый к столу побежишь. Вот чего ты вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу? Ты видишь, он уже едет. Давай, иди садись. Между прочим, вас Санечка сейчас бухает с дружками, могли его попросить. Садись, мать. У вас как, с ветерком или со снежком? Давай не валяй дурака, поехали. Сейчас я. Мать, а где деньги еще? Да у меня в сумке деньги-то, в сумке. А, все, тогда поехали. А что тут было? Я не знаю, фабрика какая-то. Всех турнули, ее закрыли. Начали сдавать помещение в аренду. Ну, жить как-то надо. А мы здесь пашем. Хочешь жить, умей вертеться. Это да. Вадим, привет. Привет. Здрасте. Что, заказчиков привел? Парни к нам в кооператив хотят устроиться. Начальник у себя? Да. Ага. А что, сколько дверей за день делаете? С понедельника ни одной. Со вторника по четверг по одной. Понятно. Пошли, юморист. Хорошо у вас тут. Вон женщина стоит. Паш, да, тормозни, дай-ка я спрошу. Хорошо. Ой. Добрый день. И вам не хворать. Скажите, у вас тут кто-нибудь картошку продает? Есть такой куркуль местный. К нему обратитесь. Вот так вот по улице прямо, угу. Потом направо. Спросите Матвея. Спасибо вам. Да на здоровье. Ну что? А? Ну какой-то Матвей там. Прямо и направо. Поехали. Поехали. Давай. До Матвея. До Матвея. Там уж посмотрим. Да, это наши ушастые друзья. Смотри, какие красавцы. Динозавры. Кролики. Да, ну а крольчатинка почем? Договорились. Поросятки вон еще есть, смотри. Ага. И свининка есть? Есть. Ну и почем? Ну, дешевле, чем на базаре. Ну и... Главное, наши кормилицы – куры. Это яйца, это здоровье. Да. Слушайте, ну, хорошее хозяйство у вас.
Стараемся. В городе сейчас с продуктами покати шаром. Вчера за сардельками в очереди чуть мужики не передрались. Да, а кур как вынесут, так, знаешь, без слез не вглянешь. Ой, а у вас тут такая красота. Стараемся. А как одному-то тащить такое хозяйство? Тяжело? Да ну как. Мужичок один мне помогает, продукты на базар возит. Ну и главная моя помощница, Лизонька. Дочка ваша. Ага, хозяюшка. А жена? Жена умерла, когда Лиза еще совсем маленькая была. Извините, пожалуйста. Ты ничего, ничего. Ну что, пойдем картошку смотреть? Да-да, а, да, да, картошку. Картошку. Показывай, где у нас картошка. Может, еще сало возьмем и капусту. Да, с капустой. Здесь у нас картошка. Ага. Хорошо. Ну-ка, Лиза, показывай. Показывай картошку. Может, самогоночки возьмешь? Натур продукт. А почем? Договоримся. Берем. Ну, ладно. Ну, ты только посмотри. Посмотри, посмотри, как живут люди. Они ни в чем не нуждаются. Смотри, какие яйца-то. Да, шла бы ты в машину, мать. Я и так иду. Осторожно ты, не разбей. Чего не разбей-то? Вот картошку, что ли? Какую картошку? Тихо, не кричи. Мать нервируешь. Мать нервируешь. Вот вечно ты. Зачем тебе столько? Куда? Туда. Чего, больно? Щекотно. Щекотно. Пап, можно тебя на секунду? Мать, ты ложись. Угу. Чего стряслось-то? Ну, короче, я с завода увольняюсь. Как это увольняюсь? Что значит увольняюсь? Ну, что мне там делать? Ни денег, ни это, ни работы, вообще ничего нет. А там люди в кооперативе раз в 10 больше получают. Да завод же это государственный, это надежно. А кооператив твой, что это? Шарашкина контора. Сегодня есть, завтра нет. Ну, что? Я-то что, молодой, всегда работу найду, так что я не боюсь этого. Да вы ничего не боитесь. Молодой, так глупости ты наделаешь, потом будешь жалеть. Да, но это мои глупости, я буду сам за них отвечать. Ой, много ты поотвечал, Саня. Это мы все с матерью ходили, хлопотали у начальства, чтобы тебя не увольняли. Отвечать. Ладно, все, хватит меня попрекать этим. Я не попрекаю, я хочу тебе объяснить. Чего, мать? А чего это вы кричите так громко? Да вот, младшенький наш с завода решил уходить. Сань, это что, правда? Да, я хочу к пацанам в кооператив устроиться. Ну, ты ему, значит, объясни, мать. У меня не получается, что рано ему быть еще самостоятельным. Ладно, сейчас спокойной ночи. Господи, боже мой. Что такое? Опять нехорошо. Надоело мне, мать, это нехорошо. Завтра, чтобы пошла к врачу, хватит откладывать. Я пойду. Ты мне накапай чего-нибудь. И не кричи, пожалуйста. Какие капать? Светлые или темные? Ой, да какие хочешь. А, не, ну ты правильно сказал. Сколько можно держаться за их штаны? Да надо было уволиться. Чего тянул, не знаю сам. Если им деньги не нужны, то я хочу нормально зарабатывать, ну чего? Ты им еще, небось, половину отдаешь? Да, конечно. Ничего, сейчас денег подзаработаю в кооперативе. Можно на Оксанке жениться. Как ты все распланировал, а? А ты уверен, что она за тебя выйдет? Уверен. Куда она денется? Бери яблочки. Кислая.
за второй сейчас побежим. Сань. Вставай. На работу пора. Я говорю, вставай. Гош, свали, а. Опоздаешь? Я не пойду. Да уйди. Отгул возьму сегодня. Какой отгул? Нет у тебя никакого отгула. Ты увольняешься. Ты забыл? О, точно, ё-моё. Ага. Сейчас. Короче, вот тебе полотенце. Иди умывайся. Лекарство выпила? Да. Маша, ау. Послушай, если Саша появится... Ой. Давай, мать. Сообщи, пожалуйста, хорошо? Да хорошо, конечно. На работу вам позвоню? Да. Да? Я так и понял. Хорошо, передам. Давай. Пока, брат. Пока. Что? Что он сказал? Ну, все в порядке с ним. Ночевал у Гоши, вот и... А вчера он позвонить не мог предупредить, что у друга остается? Ну, пап, он боялся побеспокоить вас. Вдруг спите. Побеспокоить боялся? Мать всю ночь не спала. Это его не беспокоило? Ну, отдышись. Все молодые были, чего? Все, ладно. Пойдем на работу, а то опаздываем. Давай. Все, сынок. Пока. Пока. Пока, родная. Пока. Пока. Так что он сказал, на работу он едет или нет? Да, пойдем, приедет на работу, пойдем, едет отец, уже на завод. Пойдем. Так я должен выяснить. Да, все хорошо. Едет на завод ваш. Пока. Куда из цеха вдвоем? Шалчук, что ты там прячешься? Ну, иди сюда. Здравствуйте, Вованыч. Здравствуйте, здравствуйте. А ну, дыхни. А что, зачем? Дыхни, дыхни, давай. Ты, запаши на тебя. Ха. Опять нарушаем, да? Разлагаемся и катимся по наклонной плоскости, да? Гулял вчера, небось? Ну, так, повод был. Повод, знаю тебя. Я тебе не отец родной, чтобы все твои поступки прикрывать. Да, терпение мое лопнуло. Уволю я тебя. Да не, не увольте. Я сам уйду. Погоди, погоди, разговор еще не закончен. Да не, закончен. Я сейчас пойду заявление писать. А две недели отработать? По КЗОТу. Хорошо, так. Отработаю. Отработаю? Ну, гляди у меня. Работает. Работничек. Ты куда? О, Иван Иванович, нарушай. Нехорошо. Индийский чай. Одесской различной фабрики. Ага. Да, запах такой специфический. Здравия желаю, товарищи сыщики. Здравия. Здравия желаю. Чаи гоняем. Это хорошо. Что-то у вас душновато. Надо бы вам поехать проветриться. Тут вот какое дело. Нужно понаблюдать за одной интересной квартиркой. По нашим оперативным данным, не приторговывают краденым. Ничего предпринимать не надо, просто понаблюдайте, кто заходит, кто выходит. Ну что у вас еще? Вы сами все прекрасно знаете. Товарищ майор, я не могу. У меня маму из больницы выписывают. Я хотел попросить больничный по уходу. Ну что значит не могу? А раньше мог предупредить? Виноват, товарищ майор. Товарищ майор, справлюсь один. Ты установку понял? Так точно. Не светимся, не высовываемся. Работайте. Есть. Спасибо. Не за что. Давай, тренировки. Давай.
Гош, что, на шокере постой, ладно? Сань, ты чё? Сань, ты чё, с ума сошёл? Ну что на этот раз? Благодарность самой красивой девушке на свете. Спасибо, Саша. Какие-то очень знакомые цветы. Эй, красавица, ты чего обижаешь? Этот букет спецрейсом из Армении прибыль, не? Савчук, опять медпункт? А. Лишь бы не работать. Все, ухожу. До свидания. До свидания. До свидания. Я их сюда поставлю. У вас, Мария, все признаки бронхиальной астмы. Но это пока предположение. Вы должны пройти полное обследование. Я вам дам направление к пульмонологу или аллергологу. А я думала, просто делать. Ну, покашляю немножко, все пройдет. Направление на анализы. И вот эти лекарства пока вы принимаете. О. Угу. Ну что, пацаны, за свободу от угнетателей и нищеты. За нее родимую. Да. Наконец-то от диктата избавился. Ну, у нас начальник тоже не сахар. Нет ничего страшнее, чем постоянно бдящие родители. О, за родителей мы еще не пили. За бдящих родителей. Да. Как они это делают? Да выбрось ты его. Ну, давай. Подожди сейчас. Давай поговорим по душам. Стой, ты что, оглохла? Сережке, деньги давай. Быстрее давай. Да что в сумке? Открывай давай. Саня, сейчас я... Может, у меня что возьмете, а? Что? Опа, ножичек. А, что ты? Девушка. Дайте я вас провожу, а? Ходит тут всякий сброд. У вас кровь. Ерунда. Мне травму нужно обработать. Пойдемте, я помогу. Я все сделаю. Нормально, ерунда, пустяки. Дело-то житейское. Больно? У вас ловко очень получается, Галина. Я медсестра. А где Павел? Оксана. Швы не будем накладывать, обойдемся пластырем. Хорошо? Ну, слава богу. Не бойтесь. Я, наверное, уже пойду. У нас гости. Здравствуйте. Здрасте. А что случилось? А, это я с лестницы подскользнулся, упал, а вот Оксана меня спасла. Вот. Я уже ухожу, поэтому...
Можете не спешить. Не буду злоупотреблять гостеприимством. Спасибо большое. Я пойду. Оксана, у вас есть бумажка и ручка? Бумажка? Да. Да, конечно, да. Где-то это была. Да, сейчас. Тут просто такой бардак. До свидания. Сейчас спасибо. Извините за мусор. По-моему. Да, вот здесь есть как раз свободное место. А зачем? Ну, вдруг что? А что? Я не знаю, люди невоспитанные сейчас в последнее время. Вот мой телефон, если что, в общем, позвоните. Хулиганы не каждый день нападают. В таком случае позвоните и узнаете, доехал ли я до дома или помер где-нибудь от потери крови или сознания. Ну, что он такое? Стойте, подождите, я вот так, все. О, дела. Спасибо большое, Оксана. До свидания. До свидания. До свидания. Кто такой? Давно знакома. Почему? Ничего не знаю. Мама, что так много вопросов? Я ж не спрашиваю, откуда у тебя цветы. А что цветы? Сама купила, имею право. Мне ж никто не подарит. Ну, сынок, рассказывай, что у тебя за работа? Угу. Что за кооператив такой? Да, нормальная работа, как работа. Главное, зарплат больше. Не эти гроши, которые на заводе платили. Да ты что, намного больше? Лишь ты подишь ты, а? Да намного, разве в 4, там четыре? Побольше. Ага. Чуть мне не верится. Ну, Ксань, давай говори по-честному, что это за работа такая? 4 раза больше зарплаты. Ну, здорово всей честной компании. Господи, боже ты мой. Да что же это такое, а? У одного губа, у другого бровь. А то ты мать деток своих не знаешь. Как были драчунами, так и остались. Не, ну, бать, ну что это такое, а? Я возьму. Да. Оксана. Это меня, мам. Да, я приехал, пап. Спасибо. Честно говоря, думал, что частично потерял память, и начались галлюцинации, что вас встретил. Да. Услышал ваш голос и... Сейчас, секундочку, подождите. Да-да. Да-да, вот я вот как раз... Сейчас, подождите секунду. Что, мать, видать, скоро старшего женить будем. Ну а что? Я только за. Я тоже буду жениться. Какой ты быстрый. А? Сначала Пашка, потом уже ты. Чего? У нормальных людей порядок такой. Сначала старший женится, потом младший. Ты какой? Ну, младший. Ну, вот. А что, наоборот нельзя, что ли? Почему так? Что смешного? Это весь отца. Я вызываю вас. Давай уже. Время. Паш. О. А что за Оксана, кто такая? Ишь ты. Любопытный какой. Спи давай. Я не думала, что ты такой романтичный. Да, я такой романтичный.
сладко очень получается, Вера. Я медсестра. А я Павел. Оксана.